Комментируя приговор, вынесенный сегодня Савченко, Петр Порошенко заявил, Киев готов обменять на нее россиян Евгения Ерофеева, Александра Александрова, которых сейчас судят на Украине. И уже есть реакция Кремля, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва при рассмотрении возможности обмена будет действовать строго в соответствии с национальным законодательством. Решение по этому вопросу может принять только глава российского государства.